జయ జగదంబే మాత భవానీ నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే పూర్ణ కదంబే నిర్మల మాత జగదంబే నిర్మల మాత జగదంబే బోలో బోలో జయ జగదంబే మాత భవానీ నిర్మల మాత జగదంబే జగదంబే పూర్ణ కదంబే నిర్మల మాత జగదంబే జగదంబే మాత భవానీ నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే పూర్ణ కదంబే నిర్మల మాత జగదంబే జగదంబే మాత భవానీ నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే పూర్ణ కదంబే నిర్మల మాత జగదంబే జగదంబే మాత భవానీ నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే పూర్ణ కదంబే నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే జయ జయ జగదంబే మాత భవానీ నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే పూర్ణ కదంబే నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే మాత భవానీ పరం పూజ శ్రీమాతాజీ జగదంబే జయ జగదంబే మాత భవానీ నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే పూర్ణ కదంబే నిర్మల మాత జగదంబే నిర్మల మాత జయ జగదంబే నిర్మాత భవానీ నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే పూర్ణ కదంబే నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే మాత భవానీ నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే పూర్ణ కదంబే నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే మాత భవానీ నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే పూర్ణ కదంబే నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే మాత భవానీ నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే పూర్ణ కదంబే నిర్మల మాత జగదంబే బోలో జయ జగదంబే మాత భవానీ నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే పూర్ణ కదంబే నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే మాత భవానీ నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే పూర్ణ కదంబే నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే మాత భవానీ నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే పూర్ణ కదంబే నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే మాత భవానీ నిర్మల మాత జగదంబే జయ జగదంబే
lo jaya jagadambe mata bhavani nirmala maha jagadambe jaya jagadambe punakadambe nirmala mata jagadambe Всем добрый вечер, вас приветствует Карелия. Сегодняшний вебинар проведу я, меня зовут Лариса. Давайте все вместе поднимем кундалини, сделаем мандалу. Джи-Шри-Матаджи, откроем ладони, пропоем ОМ. Сегодня в рубрике о Карелии мы хотели бы показать вам небольшой отрывок нашего Вологдина Ивана Ивановича о малиновом кварците. Он проводил, к нам приехала группа из Северных Колоколов, с которыми мы работали тоже ознакомительно по сахаджа-йоге. И вот у них было желание посетить месторождение малинового кварцита, и он проводил там экскурсию ознакомительную про этот камень. И вот отрывочек сегодня небольшой, мы хотели бы показать вашему вниманию, думаю, что будет интересно всем и нашим, тем, кто там не был, и всем, кто захочет приехать к нам в гости, обязательно посмотрев этот отрывок и познакомившись. Итак, это типичная осадочная порода. В чем ее уникальность с точки зрения геологической?
точки зрения геологической, ее уникальность состоит в том, что она на 99-99% состоит из кварца. Кварцитов в современном мире не формируется. То есть такие породы в современном мире не могут сформироваться. Обязательно будут глины, еще что-то. Поэтому это одна из условных загадок этой породы состоит в том, что это кварц. Но кварц, как вы знаете, он, как правило, имеет разные цвета, но более характерны светлые цвета для кварца. Здесь же мы видим фиолетовый, красный, малиновый, бордовый, какие-то такие оттенки или спектр цветов. С чем это связано? Это связано с тем, что в этой природе присутствует окислы железа. Их немного, но они дают цвет породе. Теперь, где это используется? Ну, первичное использование было, конечно же, в силу чего? Что это очень износоустойчивый камень. Кварц по шкале Маоса, которая имеет шкалу от 1 до 10, имеет твердость 7. То есть для того, то есть это износоустойчивый камень. Поэтому щебень, каменная крошка использовалась. То есть ясно, что это будет устойчивая порода для формирования, скажем, основы дорожек, дорог и так далее. Почему? Допустим, если мы используем гранит, гранит при расщеплении будет давать глину, которая не сделает фундамент прочным. Поэтому это с точки зрения технической, это большой плюс. Однако, в чем ценность этого камня? Ценность этого камня в его уникальной раскраске. Кварцитов с такой окраской нигде нет больше в мире. То есть вот мы, если проедем вот туда 2 километра дальше, мы увидим такие же кварциты по составу, но они будут зеленые. Зеленые. Почему? Ну вы даже здесь можете, если посмотреть в отвалах, можете зеленые увидеть. Почему зеленые? Потому что там окислы железа находятся в другой степени окисления. Силу этого, там цвет зеленый. Зеленые кварциты в мире встречаются, а вот красных, малиновых нет. В этом его уникальность. Поэтому его используют как уникальный камень. Посмотрите, он такой красивый, видите? Раньше поставили стелу в Риме из этого материала. Гроб Наполеона делали из этого камня. Привет. Привет, привет. Почему такое отношение к этому камню? Почему, скажем, гроб Наполеона нужно было делать из этого материала, везти его, будем говорить, во Францию за 3 земель, а не использовать какой-нибудь местный материал? Это связано с тем, что этому материалу, этому камню придается большой мистический смысл. Или сакральный, скрытый смысл. В чем его уникальность? Объясняю с научной точки зрения. Вы имеете представление, что такое ДНК в человеке? Это спираль аминокислот, которая обеспечивает функционирование, возникновение, развитие нашего организма. То есть это, будем говорить, структура, которая обеспечивает полное информационное снабжение организма на всех этапах его жизни, начиная с момента возникновения и до старости. Так вот, в чем исключительность этого камня? Этот камень состоит из кварцитов. Представляет собой формулу, если не возьмем минералогическую формулу, это кремний, русский кремний, СиО2. Атомы кремния и атомы кислорода
кварцит. Распределить, то есть породе как кварцита, в минерале как кварц. Располагаются тетради. То есть что мы имеем в виду? То есть это треугольник в основании или шинка. Вот это тетрадь. В уголках этого тетрадя находятся атомы кислорода, а в середине атом кремния. Вот такие тетради, из таких тетраэдров, пирамидах таких, состоит кварц. Но при этом, в чем отличие, то есть специфика? Вот эти все пирамидки, кварц, располагаются по спирали, как ДНК человека. То есть они образуют такую же кольцевую структуру, как и ДНК человека. Разница состоит только в чем? В том, что ДНК человека, вот эта спираль, она скатана в клубок, а здесь она в развернутой форме находится, она не скатана. В чем еще отличие? Кварца очень много. Весь кварц имеет вот эту спиральную структуру. В чем исключительность этой породы? Ее исключительность состоит в том, что эта порода первично осадочная была изменена или метаморфизована. То есть кристаллы кварца, которые ее слагают, были перекристаллизованы. И кристаллизовались они одновременно. И если мы будем смотреть под микроскопом, в геологии это называется смотреть скрещенных никеля, то погасание оптических осей этих кристаллов будет одновременно. Это говорит о чем? Что вот в этом огромном массиве, который, вот представьте, это вот сколько уже выбрали. Если вот эта гора уходила вот туда в лес, и сколько уже материала выбрали. А выбрали куда? Допустим, брусчатка перед вокзалом у нас. Брусчатка в Кремле, и тоже из этого же кварцита. Так вот, уникально в чем? Что все эти спиральки или антенны в этом огромном массиве или в этой горе были ориентированы все в одну сторону. Они все были параллельны, они все смотрели в одну сторону. С точки зрения физики это представляет, можно представить себе, что это как бы огромное количество антенн. Причем речь идет даже не о триллионах антенн, а о гораздо большем числе, которое куда-то направлено. То есть вот это с точки зрения геологической или с точки зрения Земли, это у Земли как такой своеобразный глаз. Куда он направлен и какую информацию он получает и передает, современный человек не может этого знать. Он может это только ощутить. Только ощутить. Но потому что если уж Наполеону потребовался этот камень на себе на саркофаг, то, наверное, смысл в этом камне очень большой. Йогический, то есть с точки зрения йоги, это тоже понятно. Почему? Потому что йога это свет. Этот камень тоже осуществляет определенную связь. Не знаю, связь Земли со Вселенной, вся связь может быть и человека с человеком через этот камень. С этой точки вот мистический сакральный смысл в этом этого камня. И его ценность, конечно, в этом смысле, конечно, гораздо больше, чем ту ценность, которую мы сейчас в него вкладываем. А вкладываем мы какую? Мягко говоря, декоративную. Следующая ценность какая? Для обработки он твердый, но он достаточно хрупкий. Маленькие вещи из него, там брелки, медальки делать сложно, он будет колоться. Поэтому делают достаточно большие вещи. То есть это память, будем говорить, употребление. Ну, какие-то определенные декоративные фигуры. Но обработка требует больших затрат, опять же, потому что он очень твердый. С этой точки зрения. Но современная цивилизация относится к нему утилитарно. То есть она его использует для бытовых нужд по большему случаю. Хотя для Земли, как объект, смысл этого камня существенно иной и более важен. Поэтому, поскольку этот камень обладает функциями приема передачи информации, соответственно, он сам себя гармонизирует.
То есть внутренняя гармония этого камня гораздо выше, чем гармония человека. Если мы будем измерять гармонию в коэффициентах порядка и хаоса. Так вот, человек, он умирает в силу чего? В силу того, что в нем процессы разрушения начинают преобладать над процессами порядка или восстановления, или гармонии. Поэтому вот этот камень, он может еще и гармонизировать человека. Он может употребляться с точки зрения оздоровления. Матерже. Вот про такой уникальный наш карельский камень, малиновый кварцит, рассказал Иван Иванович. Приезжайте к нам в гости и наслаждайтесь вибрациями этого камня. А сейчас давайте мы сбалансируемся и будем смотреть лекцию. Поднимем кундалини, сделаем бандан. Откроем ладони, поднимем внимание в сахасрару, пропоем ом. Еще раз ом. Правую руку направим к земле. Внимание направим на весь левый канал. Несколько раз про себя пропоем звук «са». Откроем ладони, пропоем ом. Левую руку направим в эфир. Внимание направим на правый канал. Несколько раз пропоем звук хам.
Откроем ладони. Пропоем ом. Еще раз ом. Направим руки к земле. Попросим Мать Земля, пожалуйста, почисти первый центр Муладхара чакру. Внимание Муладхаре и Сахасраре. Откроем ладони, пропоем ом. Большие пальчики положим в уши, попросим свою внутреннюю энергию. Мать, пожалуйста, почисти свадистан чакру. Можно про себя пропевать биджа мантру вам. Откроем ладони, пропоем ом. Средние пальчики положим в уши. Попросим свою внутреннюю энергию почистить наби-чакру. Внимание держим на наби, в сахасраре пропеваем биджа-мантру рам. Откроем ладони, пропоем ом. Мизинчики положим в уши, попросим свою внутреннюю энергию, мать, пожалуйста, оздорови анахата чакру, биджа мантра ям.
Откроем ладони, пропоем ом. Указательные пальчики положим в уши, попросим свою внутреннюю энергию почистить вишуди чакру. Биджа мантра хам. Откроем ладони, пропоем ом. Безымянные пальчики положим в уши, попросим мать, пожалуйста, почисти агью чакру. Биджа мантра ом. Откроем ладони, пропоем ом. Сахасрара чакра. Откроем ладони, пропоем ом. Теперь растирание солнечных энергий. Основание ладоней, первый центр. Внимание держим в сахасраре. Большие пальчики.
средний. Подушечки. Мизинчики. Указательные. Безымянные. Вся ладонь целиком. Откроем ладони. Пропоем ом. Минутку побудем в тишине. Пропоем ом. Поднимем кундалини, сделаем мандалу. Сейчас давайте посмотрим лекцию. Now we have to see that. Необходимо видеть, we have problems for что у нас есть проблемы с суперэго и эго. Суперэго – это левая сторона. Это темнота. Тамогуна. Это наше прошлое. Those who have left, те, у кого есть эти левосторонние проблемы, должны думать о своем будущем. If they think of the future. Если они будут думать о нем, example, это сбалансирует. Person, к примеру, who is lethargic, летаргичный человек should take to working. Должен работать, put your mind into working, думать о работе, for the future, планировать будущее, do, думать go, о том, что ему делать, куда ему идти, that как это делать. Это будет предохранять вас от транквилизатора левой стороны. А также вы постепенно сможете привести себя в равновесие. Now the right side. Если же у человека of a person, when it is activated, чрезмерно активирована его правая сторона, he has to balance он должен привести ее в равновесие. Not with the left но side, не уходить влево, but with the center, а прийти в центр. That is, то есть a person who is very hard очень working, упорно работающий человек must develop должен выработать состояние свидетеля. You
Старайтесь делать любую работу, пребывая в состоянии безмысленного осознания, то есть быть свидетелем. Какую бы работу вы ни делали, просто говорите: «Я не делаю ее». Вы можете достичь этого после получения реализации. Приходите в состояние бессмысленного осознания, затем начинайте работать. Также компенсировать левосторонность можно переходом на правую сторону, а правую сторону с переходом в центр. Левая сторона – это тамогуна, правая сторона – это раджогуна, центр же – это сатвогуна. Но все равно они являются тремя гунами. Они не являются состоянием, которое нам необходимо достичь. Больше о нем я расскажу вам завтра. Я расскажу, как достичь прогресса. После того, как вы просканировали то, к какой стороне вы принадлежите, вам необходимо спланировать свой стиль жизни. Например, если вы крайне летаргичны, не можете подняться утром с постели, вечером вас очень сильно клонит ко сну, вы не испытываете чувство бодрости, тогда начните планировать, что вам надлежит делать, как вам подниматься. Даже проведение пуджи является хорошей мыслью, дом является хорошей мыслью. Делайте что-то в этом плане, понимаете? Вы должны что-то делать. Это называется крия, то есть действие. Действуйте. Начните какое-то действие, как в сахаджа-йоге, так и в своей повседневной жизни. Вы сможете изменить это настроение и прийти на правую сторону. А затем ваше движение должно быть в сторону сатвагуны, то есть стать свидетелем всему. Когда же вы достигаете состояния сатвагуны, когда вы в центре, необходимо видеть, до какой степени у вас развиты неправильные отождествления. Предположим, вы находитесь на первой стадии, то есть на левой стороне. Тогда вы просто грезите наяву. О, этот человек такой, тот человек всякой, как будто вы самые лучшие. Понимаете? Такова природа человека. О, этот человек таков, он таков, в обществе очень плохо это, очень плохо то. Доходит и до такого предела. Этот гуру очень плохой, а тот очередной сумасброд. Вот что происходит. Как это воздействует на вас? Как от этого вы становитесь лучше? Непонятно. Вы просто думаете, анализируете. Это иллюзорная вещь. Сидеть и просто анализировать – это иллюзия. Второй момент относится к тому, когда вы переходите на вторую стадию – крия. Что происходит, когда вы начинаете действовать? Тогда ваше внимание, по крайней мере, находится на том, что вы делаете. Ему нельзя уходить куда-то и направляться на какую-то бессмыслицу, когда вы даже не знаете, откуда приходят эти странные мысли. Итак, вы начинаете что-то делать. Вы можете посадить какие-то деревья, какие-то цветы. Вы можете готовить пищу или делать какую-то другую работу. Работайте. Это поможет вам. Делайте какую угодно работу. Но делая эту работу, возникает проблема, у вас развивается эго. Вот почему, если у вас развивается это эго, вы должны говорить самому себе: вот что, господин, не ты делаешь эту работу. Это не твоя работа, не ты ее делаешь. Если вы будете постоянно внушать это себе, тогда господин эго не разовьется. И тогда вы иначе будете смотреть на многие вещи, которые беспокоят вас и не волнуют других. Скажем, вы убрали свою комнату, затем кто-то приходит к вам и нарушает порядок. Вы начинаете злиться на него. Естественно, потому что вы думаете, что это вы убрали ее. Прежде всего, вы не убирали свою комнату. Если вы убрали ее, тогда будьте готовы к тому, что она станет грязным. А иначе зачем вам ее убирать? Если она грязная, хорошо. Если она не грязная, тоже хорошо. Такого рода отношения вам необходимо развить для того, чтобы перепрыгнуть в сатвагуну. А в сатвагуне вы начинаете принимать все. Вы становитесь исключительно снисходительным, вы становитесь кротким человеком. Тогда вы не рассуждаете: «О, это мне не нравится, это было плохо, этого не должно было быть». Всего этого нет в сатвагуне. Вы начинаете видеть это. Тогда вы видите. Хорошо, не имеет значения, это сделано. Что сделано, то сделано. И пребывая в сатвагуне, вас расстраивает любое предположение, которое может вызвать развитие вашего эго.
Вы это понимаете? Я хочу сказать, что вы стыдите своего эго, если вы пребываете в сатвагуне. Например, вы будете робеть даже сказать, что это ваш автомобиль. Это стиль сатвагуны. Или даже сказать, зачем вы испортили мой ковер? Я хочу сказать, что вы не никто не задаст такого вопроса. Поверьте мне, это считается плохими манерами, абсолютно плохими манерами. Если кто-то приходит к вам дома, при этом пострадал ваш ковер, это не имеет значения. Даже если он сгорит. Где-то не вы сгорели. Индийцы никогда не скажут, что это вы сожгли мой ковер, что вы испортили что-то в моем доме. Это будут плохие манеры. Например, кто-то спит, а при этом другой человек шумит. Спящий человек никогда не будет жаловаться, что кто-то шумит, не будет по этому поводу злиться. Он просто встанет и спросит, вам что-то нужно? Это трудно понять людям, которые живут здесь, потому что у них на головах сидит их эго. Но это плохие манеры. Вы обнаружите это, когда поедете в Индию, вы убедитесь в этом. Или же говорить, о, мне очень удобно. Говорить, мне очень удобно, это плохие манеры. Индийцы никогда не говорят подобное. Мне нравится это. Ну и что? Все такого рода слова нельзя говорить. Если вы в сатвагуне, тогда вы просто не говорите. Вы говорите, вам нравится это? Вам удобно? Вас это устраивает? Все ваше внимание уходит с вашей стороны. Вы понимаете? Вот какое необходимо развить стиль, когда вы в сатвагуне. В противном же случае вы все еще находитесь в путешествии своего эго. Что бы вы ни делали, мне не нравится это, мне не нравится то, я. Но кто вы? Прежде всего, задайте вопрос, кто вы? Если Бог говорит, мне это не нравится, тогда это можно понять, у Него есть на то причина. Но если вы говорите, мне это не нравится, в конце концов, как вы попали на эту землю? Как вы родились человеком? Как вы получили все это? Подумайте таким вот образом. Кто я? Я ничто. Всякий, кто думает, я нечто, должен знать, что он ничто, что для Бога не имеет значения, существуете вы или нет. Понятно? Все это ничто, просто пьеса. Итак, если вы понимаете этот момент, что если даже вы делаете что-то, то что бы вы ни делали, вы просто делаете это из-за того, что вы хотите это делать. Вот как вы приходите в сатвагуне. Но обычно этого не происходит. Все происходит с точностью наоборот. Например, человек... что-то делает. Если же он при этом обижается или же думает, что то, что он сделал, нехорошо, что люди не оценят его труд, или же он думает, что работа не очень уж высокого уровня, тогда такого рода реакция приведет к тому, что он возвысится не в сатвагуне, а в своем эго, или же в тамогуне. Они были правы, я не сделаю это, я сплю, делаю эту работу, пусть ее делают другие, зачем мне ее делать? Так что тренировка, которую вы должны пройти, пребывая в раджогуне, идет на смарку. Это просто тренировочный период, когда вы находитесь в раджогуне, когда вы что-то делаете. В этот период тренировки вы должны только лишь научиться тому, как прийти в центр. Например, для того, чтобы принимать душ, необходима вода. Без нее вы не сможете принять его. Понятно? Точно так же раджогуна необходима вам для того, чтобы прийти к сатвагуне. Если вы не делаете какую бы то ни было работу, вы не сможете прийти к сатвагуне. Поэтому вы работаете только лишь для того, чтобы натренироваться в том, чтобы быть свидетелем. Понимаете ли вы это? Вы делаете не из-за того, что вам нравится определенная вещь. Вы используете определенную вещь не потому, что вы хотите быть таким. Вы делаете это только лишь потому, что вы хотите научиться быть терпеливым, практиковаться в своем терпении, чтобы увидеть, сколь вы терпеливы. Как только вы начнете делать это, вы изумитесь тому, что ваша работа больше не будет вас отягощать. Но этого никогда не происходит. Для большинства людей, если они обнаруживают, что их работа неэффективна, это возвращает их к тамогуне.
Есть множество отношений. Скажем, кто-то работает, тогда он думает, почему я должен делать всю эту работу? Другие ничего не делают, и зрутяти оказывается в том же положении, что они. Те же, кто не работают, не думают, что этот человек работает. Давайте и мы будем работать. Все происходит с точностью наоборот. Некоторые люди могут так относиться к этому. Если этот человек работает, пусть и работает. В этом есть что-то низкое. Или такой пример. Вы идете в ресторан, и кто-то достает свой кошелек, другие же при этом смотрят в сторону. Это очень низко. Все должны предлагать свои услуги. А когда вы уплатили, забудьте об этом. Не подсчитывайте, сколько заплатили лично вы. Попробуйте. Или если необходимо проделать какую бы то ни было работу, выполните ее, сделайте ее от всего сердца. Не беспокойтесь из-за того, что другие не делают ее. Сделайте ее просто ради своего собственного удовольствия. А удовольствие вы сможете получить только тогда, когда вы будете делать это с пониманием, что это тренировочный период, что вы лучше натренированы, чем кто-то иной. Вы более высокого класса, чем кто-то иной. Так что мы должны быть более высокого класса. А для этого и нужна эта тренировка. Вот как мы действительно можем осуществить свою подготовку к практике во всех деталях, чтобы увидеть, как мы работаем со своим эго и суперэго. Сегодня утром я сказала вам, что ваш интеллект должен это впитать в себя. Понятно? А сейчас я говорю вам, что ваши действия, которые вы выполняете, должно быть всякий раз нейтрализовано вами пониманием того, что это просто тренировка. Любое действие, которое вы не выполняете, предположим, что вам необходимо ехать многие мили, вы испытываете свое терпение. Что бы вы ни делали, предположим, вам необходимо лететь в вертолете или же прыгать с... Как вы его называете? Парашютом. Парашютом. Или же вы летите на вертолете, что бы там ни было. Вы будете делать это вновь и вновь, не так ли? Вы практикуетесь в этом, вы прыгаете много раз, вы ломаете свои ноги, руки, вы делаете это, делаете то до тех пор, пока вы не становитесь мастером. Понимаете? То же самое относится и к вождению. Вы продолжаете учиться до тех пор, пока не овладеете. Точно так же вы делаете эту работу, чтобы овладеть своим терпением. И это ваша любовь. Это ваша любовь. Как сильно вы на самом деле любите. Если вы действительно любите кого-то, вы никогда не испытываете усталости от работы. Вы никогда из-за нее не расстраиваетесь. Но если вы не любите, вы начинаете подсчитывать, как много денег, как много работы, как много сделали другие, как много нужно заплатить. Вся искусственность появляется тогда, когда в этот процесс не вовлечена любовь. Вы не делаете того, что вам не хочется делать. Прежде всего, вы просто не делаете то, что вам не нравится. Прежде всего. Но когда вы овладеете этим, тогда вам надлежит овладеть тем, что вы делаете что-то такое, что вам не нравится. Как, например, встречаться с каким-то пхутом. Вы не хотите с ним встречаться. Вы хотите бежать от него прочь, но вы слегка приближаетесь к нему. Далее у вас развивается иммунитет от этих пхутов, и после какого-то времени они не смогут вас заблокировать. Вы должны выработать этот иммунитет, не так? Иначе приходит один такой человек, и все не в порядке. Вместо того, чтобы все вы стали лучше, все вы выходите из нормального состояния. Поэтому все эти вещи, все эти события служат для того, чтобы тренировать ваш иммунитет. Ваш иммунитет должен быть тренирован. А если это так, то эту тренировку мы должны принимать как спектакль. Но наше отношение должно быть исключительно позитивным.
И все это должно находить отражение в вашей записной книжке. Испытали ли вы отвращение, или же вы были расстроены, были ли вы раздосадованы, или хотели убежать от этого. Все такого рода вещи – это просто тренировка для вашего ума. Какова бы ни была ситуация, где бы вам ни приходилось жить, что бы вам ни приходилось делать, вы должны это делать. Каковы бы ни были обстоятельства, условия, вы удивитесь тому, что не будете даже знать, что вы ели утром, что вы ели вечером, ели ли вы вообще или нет. Вы не будете суетиться по этому поводу. Вы не будете беспокоиться по этому поводу. Вы не будете думать об этом. Откроем ладони, пропоем ом. Положим правую руку на сердце, пошлем мир и любовь всем людям на планете Земля. Мать, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Джей Шри Матаджи, на сегодня мы с вами прощаемся до следующей пятницы и сейчас помедитируем. Каково же значение воды, когда является носителем божественной любви, самым лучшим носителем.
Сейчас эпоха Вадалии. Это значит, что наша кундалини создана из божественной любви. Духовность — это жажда, духовная жажда. Мы можем удалять жажду людей при помощи этой колоссальной силы.